Союзу пенсионеров Подмосковья 25 лет. Праздничный концерт прошел в Химкинской центральной детской школе искусств. Первыми поздравили пенсионеров оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика». Круглые даты пенсионеров и ветеранов городского округа поздравил глава муниципалитета Дмитрий Волошин. Я хочу вас поблагодарить за вашу активную гражданскую позицию. Вы у нас на всех мероприятиях принимаете непосредственное участие. Акция «Посади дерево», «Наш лес» и многие-многие другие «День города». Всегда вы находитесь вместе с нами. Поэтому отдельное спасибо и руководству, и вам всем. От меня лично и от администрации городского округа Химки. Спасибо большое. После подарки и цветы председателю Химкинского местного отделения Союза пенсионеров Подмосковья. Старейшим членам местного отделения Александре Глазуновой, Риме Сорокиной, Евгении Колесниковой и Лидии Иванченко глава муниципалитета вручил благодарственные письма. 1923 года рождения, но еще в первых рядах. После официальной части – праздничный концерт, музыкальные и танцевальные номера. Химкинские коллективы поздравили пенсионеров и ветеранов с юбилеем создания Союза пенсионеров Подмосковья. На праздничный концерт пришло больше 300 гостей. Всего же в Химкинском местном отделении Союза пенсионеров Подмосковья состоит более 1500 ветеранов. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.